Николаева посоветовала мне, как можно говядинку замариновать и завялить. Я сейчас вот хочу это сделать и показать вам тоже. Так что смотрите. Мукачево. И купил кусок говядины в Мукачево. И буду сейчас его готовить на поляне. Наверное, килограмма на полтора. Поэтому что-то придется еще приготовить на завтра. Вот такой кусочек я взял. Сполосну сейчас. И весь вялить не буду. Наверное, кусочек завялю, а кусочек сделаю завтра что-то. Думаю, барбекю какое-нибудь. Нормально. Получился кусочек, вообще класс. Как раз тут дырочка пробивается, подвешивается, а это завтра на. Берем рюмочку, добавляем туда специи. Я купил самые обыкновенные, вот какие-то для мяса. Насыпаем в рюмочку, специи добавляем, ну 20, наверное, грамм коньяка. Также добавляем еще соль, столько же, сколько и специи, добавляем сольки. Так, соль, специи и коньяк. Положим этот кусочек сюда и размазываем всю эту специю, размазываем по всему кусочку. Вот так вот конкретно размазываем. Размазываем, а потом заворачиваем это все и ложим в холодильник на целые сутки, там где не сильно холодно. Ну что же, это наш вчерашний кусочек говядинки, который мы хотели завялить. Я сейчас сделаю здесь отверстие и свяжу ее обычной ниткой для того, чтобы потом где-то подвесить ее вялиться. Пока повесить над умывальником этот кусочек, а потом вынесу его на улицу. Так, напоминаю вам про кусочек вяленого мяса. Сегодня второй день, вот я его снял и начал резать для того, чтобы попробовать. Очень даже вкусно. Как на рынке бастурма. Очень вкусно.